Всем доброго утра! Абсолютно офигенный, Лана! Наконец-то, да? Да, у нас 5 бабликов! Да, у нас тут 3 яйца взбитых с солью, с перчиком. Сейчас я тебе полотенце дам. Ты только сам сюда не ложи на сковородку, хорошо? Все? Да. Давай, сейчас есть. Давай, давай, еще, да. А где наш Антон Сергеевич? Он еще спит, да? Да, он не спит. На улице. Да. Афоня вообще проснулся рано, да? Да, так важно, Леонид. Все, еще положи, сейчас я сама положу. Так, мы завтракаем. Хорошо. Вчера вы вообще отлично поработали. И я вас даже не трогал. И весь вечер вы работали два... Утренняя прогулка сейчас у нас будет. Он тоже другую. Мы сейчас на кладбище идем. Куда? Нет, там грязь. Так что все. Я люблю по грязи ходить. Галоши оделись. Мама в детстве, помнишь, Лес? Да. Степа вытащили этот велосипед. Велосипед, я помню. Зря мы тогда поехали на велика, да? Ну так захотелось, вам не захотелось пешком идти. Да. Думали, что быстрее, да? Да, вот эта картинка мне всегда. Петушок везет своих цыплят. Мне всегда нравилось в детстве. Это Кавказ. Я не знаю, сейчас что-то он работает или нет. Мы уже обратно идем. Антош, мы... Там мы не пройдем, Антош. Ага, ты по луже. Ой, скользко. Все в лужах. Все грязные, но счастливые. Я сейчас буду готовить обед. Включу себе сейчас аудиокнигу. Мы уже все домой пришли. Я постели все позаправляла, диваны тоже. А? Сейчас буду готовить обед, что-то из курицы, из вчерашней. Привет, папа! Начинаю готовить обед. Сегодня 2 блюда из вчерашней курицы. Вчера я сварила лапшу, а сегодня будет тушеная курица. Здесь окорочка 2 штучки, предкрылья и крылышки. И будут куриные отбивные. Вот. Сковородку уже поставила, нагревается. Так что сейчас будем тушить. Какую-то кашку сварю в мультиварке. И еще сделаю или рубленые отбивные, или просто такие обычные. В общем, сейчас подумаю. Еще слушаю. Здесь сейчас ничего не видно. Книгу Дейл Карнеги «Как перестать беспокоиться». Тут даже записала себе книги, которые мне хочется послушать. Я все слушаю на YouTube, поэтому через Chromecast включаю, ну, чтобы на телевизоре, в общем, все было слышно. Вот это вот еще не слушала. Вот вторую «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейл Карнеги очень мне понравилась, прям захватила меня. 10 часов по времени занимает эта книга, вот, так что час уже прослушала, вчера начала, так что сейчас продолжаю. Так что у меня совмещение приятного с полезным. Вот, продолжаем готовить, включаю сейчас книгу. Из второй части, из грудки, я буду делать рубленые отбивные. Пока вот нарезала все мелко, добавила одно яйцо, немного кукурузного крахмала, соль, перец, лук, чеснок и сметану. Вот, и сейчас все накрою пищевой пленкой, будет в холодильнике отдыхать до вечера. Курочка здесь тушится, здесь с болгарским перцем, с морковкой, в общем, с луком, все такое вот вкусненькое, с томатиком. Вот, сейчас немножечко потушится, а я пока кашу в мультиварку поставлю. Все, полба готова, 2 раза, как и перловку, то есть по 25 минут, потому что она тоже достаточно такая крупненькая. Сливочного масла добавила. Вот, а кто-то мне говорил, что 10 минут и ставится, но у меня, когда ставишь режим крупа, больше ничего не могу переставить. То есть минуты не регулируются. Не знаю почему. Может быть, от марки зависит именно.
мультиварки. Все уже покушали, пообедали. Я тоже, это не все я все косточки сложила. Вот, в общем, ничего с обеда не осталось. Есть, получается, немного лапши со вчерашнего. Немножко Антоха не доел, и все. Фонька, кстати, ну я каши его немножечко доела, а так он все доел. Мясо прям еще у меня просил. Так что сейчас пью чай и делами заниматься дальше. Фонь, ты точно не хочешь пойти со мной полежать? Да? Афонь, может, пойдем с мамой полежим? Афонь. Точно? Ну, если что, приходи, хорошо? Я чуть-чуть полежу, хорошо? Я полежу, можно? Моя любимая мама. Твоя любимая мама? Да. А почему твоя любимая мама? Мама водит. Да? А так один... Иди сюда. Мама поспала, а Фонька не захотел спать, да? Да. А почему? Играть? Да, год. Не догаль. Ты играл? Да. С кем? Не грызи ногти. Адам. Сам? Да. Мамочка поспала, вот что... 4 часа будем уже вставать, да? Да. Пойдем играть. Да, лего. Ага. Мама, папа, наведет волейбол. Не, папа сегодня не поедет на волейбол. А то? Сегодня ему не надо, завтра, может, поедет, наверное. Мама, лего, ковети вон. Угу. Мама, дома помогает. Пойдем со мной играть? Да, лего. Пойдем. Скажи, что у тебя получилось? Похоже на ангелочка? Это наш психолог. Что вы видите на да, это? Да. Ой, а у меня на что? А у меня на что похоже? У тебя такие сердечки похожи, блядь. Ну, если люди посмотрят, что вот это вот были сердечки. Да, скажу, нифига, что, не знаю, что они там курят. Вы собираетесь уже да. Домой? Да. Да, все, скажи, что... Ой, не уезжайте, пожалуйста, мы уже пыль на выход. Вы представляете, сделала сейчас зефир. Все гости уехали, и я все-таки решилась на этот процесс. Вчера я делала пюре яблочное, и сегодня оно хорошо охладилось в холодильнике. Ну, то есть за ночь, да, я вот сегодня сделала зефирчик. Ну, по-моему, неплохо получилось. Последний, конечно, нужно все намного быстрее делать, потому что последний уже стал... Прям стабилизироваться в мешке, по-моему, уже трудно давился. А вот этот прям очень даже красивый. Первый. Вот, так что теперь буду все прям наготавливать, чтобы намного быстрее все делать. Холостяк начался, ура! Правда, я последние 10 минут только смотрю, ну блин. Самое, самое интересное, да, кому дадут розы.